До заканчения термина обращения чека у маемость засталось меньше, как 5 месяцев. Порядок их обмену на акции предприемства наступны. Спочатку треба звернуться у подразделения Беларусбанка, якое выконывает эту операцию. Там ознакомиться с пераликом товариства, акции яких пропонуются до обмену на чеки маемость и зарабить свой выбор. С собой необходимо иметь пашпорт громадянина Беларуси и сертификат на чеки. До речи, вернуть обмененные на акции чеки нельга. Тому специалисты рекомендуют уважливо ознакомиться с выниками финансово-господарчей деятельности предприемства. Это можно сделать на сайте единого портала финансового рынка.